привет! Всем привет-привет! Куда мы едем? Друзья, мы в море едем. Сегодня у нас суббота. Дети, короче, скучал море. Жена нету у меня. Елена уехала, свои родители туда, в Беларуси, замерзить. Да, наверное, она не скоро, но через 8-9 дней потом она приезжает. У меня надо обслуживать детьми, которые отвезти, привезти, получить. Друзья, кормить, убирать, забирать. Не закончится. Но, слава богу, дети большие уже, там помогают мне такси. Что делать, дорогие зрители? Поедем в море. Сегодня такое солнце. 31 градус в данный момент. 31 градус. И еще на этом молодой человек есть. И за баскетбол сегодня надо успеть туда еще. 16 часов начинается. Да. Вот немножко купаемся. И потом пойдем в баскетбол играем. Потом домой поедем, переготовим. Убираем. Урок, если есть, делим. И потом спим. Вот как обычно, как в вашем жизни, дорогие зрители. Ни плюс, ни минус. Одно и то же вещь. Что делать? Молодой человек, конечно, так Андрей хочет так еще право получить. Его потихоньку выучу, как парковаться, как за рулем, туда-сюда. Ой, смотри, что там. Да, который там машину, масло горит. Поэтому да. Там такой дым идет. Мотор плохая. Короче, друзья, одно время работать, одно время жить. Это так тяжело, реально тяжело. Посмотрим сейчас. Время 3 часа дня, но мы чуть ли не стоим в пробке. Очень много машин отдали, стало везде. Потому что, смотри, других городов очень много приехал. Не знаю, у нас там что есть, я не знаю. Из Стамбула Порше, машина, видишь, Порше. Да. Из Анкары. Очень много праздник есть, наверное, либо собирание отелей есть. 0,1 Адана. Вот. Так 0,7 редко увидишь. Наверное, там осенью каждая фирма, кому-то есть фирма, они делают, которые собирание 5-звездочных отелях. Поэтому всех переехала Анталия, в нашем Турке. Они сейчас там группу, там все собирание делают. Стекло кто делит, стеклянный балкон кто делит, устройство кто делит. Там все, каждая фирма, каждая группа делит собирание. Вот это вопрос. Сейчас много-много есть. Летим, вот туристов очень много. Вот осенью, вот в нашем Турке зима немножко успокоится. Где-то там, видишь, трамвай. Где-то, короче, конца... Новый год, где-то там январь, февраль, 2 месяца, такое спокойно бывает, Анталия, не представляете, но это время. Холодно, да. Дождь, холодно, короче, выходишь на улицу, замерзешь. Здесь тоже куртку одеваем, народ думает, там постоянно мы в спортом погуляем. Нет, конечно, вчера с женой поговорю, она, короче, светит. Светер сверху жилетку. Говорит, холодно. Я говорю, браво, Елена, браво. Светлана Анталия бросил, уехал. Но ее, конечно, дула, не просто так уехал. Она говорит, скучаю. Сегодня фестиваль начался, фильма «Алтын Портакал». Я говорю, скучаешь нас или море, либо солнце? Говорит, все скучаю. Ага. Есть что топить. Опа, радар положили туда. Видишь сколько? Сейчас, наверное, контроль очень много есть. Уже конь алты. Фестиваль начал, который фестиваль. У нас беда. Да. Много контроль есть сейчас. Неважно. Смотри машину, как интересно спасибо. О. Там все пленка его сверху. Представляешь, черная пленка делал человек. Типа краска сохраняют. Камень, мамин. Сейчас 70-80 тысяч лир давал. Вот такой пленка делал. Покажи народу. Смотри.
Серьезно. Но. Дальше, дальше, дальше. Конья-Алты, мерхаба. Переехали в Конья-Алты, дорогие зрители. Всех народ уже на улицу. Мало, мало, мало. И здесь психологи, который такой, они после 4 часа выходят на улицу. Летом, который очень жарко, жара. У них психологи такой, после 4 часа выходят на улицу. А сейчас, конечно, так туристы есть только на улице, в нашем клубе работают. Кто-то есть свободно, короче, так на улицу, но обычные у нас. И здесь, понятно, кто-то живет. После 4 часа, после 16 часов выходят на улицу. У них психологи такой. Ой. Конья-Алты Белediyesi, ребята, вы обычно сюда приезжаете, да? Да. Как я короткое пути переехал? Видели? Вау, просто. Опала, веджупала. И вот там ставишь. Оп. Сейчас разбираются. Не переживайте, ребята. Сейчас поворачиваю, едем куда? Домой! Море увидели, суа отлично, шикарно. Опала ве джуббала. Опала ве джуббала. У меня всегда место есть, ребята. Ваша мама не умеет место искать. Сейчас раз, два. На-на-на-нам. На-на-на-нам. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. И здесь может быть нету. Нет. Сейчас найду. Не переживаю. Evet. Суббота день. Ищу место. Это не влезем? Нет. Нет. Ну, друзья, море приехали. Парковаться нашлись. Хорошо. Люди отдыхают. Реально. Большее количество народ. Сто процентов знакомых есть у меня здесь. Посмотрим, где. Там кто-то утром мне писали, что мы здесь, если придешь. А, там сидит они. Вот. Аж как я. Давай! Море прозрачно, дорогие зрители. Классно! Супер! Мальчик уже бегает. Девочка, куда пропал? Беги, девочка! Ну, друзья, везде очень хорошая, отличная, реально. Народ катать умеет. И здесь платно часто, друзья, где-то лежак 150 лир или 200 лир, что? А что вы заказываете, что перевезет вам? Очень запросто даже. Все эти вот сюда сейчас отдыхают. Я купаться не буду, друзья, через полчаса. Его отвезу. Потом обратно перенесу сюда. Купаемся все вместе. Я ближе к вечеру люблю море, днем не очень так. Что делают целый день дети дома, друзья? Когда мама немножко мягче, чем меня, я немножко дисциплинна. Я так каждому даю задания, перебираю, показываю, убираю, забираю, которые все вместе с ней делю. Елена, пока так не таком, видим. Но! Все хорошо, все отлично. Какой народ лежит здесь, ребята. Просто. Всех молодец. Реально так. Друзья, смотрите, закон такой. Мы умеем право и здесь тоже
пить, сидеть. Все имеем право, потому что если человек арендует, вот свое место арендует. Остальное место мы имеем право сюда лежать, сидеть, что мы хотим. Пятизвездочный отель тоже так же ситуация. Это закон, дорогие зрители. Море для всех. Никаком бизнес около моря поставить что-то не имеет права. Я так в Кемерове вижу, очень близко на море, вот там 0-0. Поставляют. Если туда придешь радужком, сидишь, тебе придет сразу. Либо плати, либо заходи. Уходи, говорит. Не имеет права по-настоящему, но силим вот так держу ее. Силим. Напугают народу. Ситуация такой. Покажу Коньялто, меру Коньялто, друзья, здесь. Прямо на его место стоит. Позвоню знакомым сейчас, говорю, мы здесь. Ребята, как море? Море как? Нормально? Хорошо? Класс. Сейчас друг другу отдают, поэтому не надо так поспеть. Так, туда-сюда. Друзья, обратно переехали в море. Играл, где пиздец были. Что они говорят, там кушать хотим. Я говорю, терпеть надо, что кушать вовремя. 7 часов вечера. 1 час есть еще. Видите, как понял, классно. Люди побольше осталось, кто-то после работы убежал в море. Всех отдыхают. Классно. Каком вопрос? Андрюх, как море? Нормально? Перееду. Вот так держу и снимаешь меня. Красное нажимаешь, выключаешь, хорошо? Ну ты скажешь когда. Ай. Дома что будем есть? Не знаю, твои. Ваши очки не потеряйте, очки сразу положите, красную сумку.
Море вечером классно. Ребята, котлет, картошка. Серьезно? Будем делать. Видите, молодой человек уже какая. Аня, переодевайтесь. Иса, переодевайтесь. Вот туда. Море просто классно. Как море? Классно, да? Не было. Видите, молодой человек такая. Без зубов выглядишь. Во, отлично. Ты чё? Народ отдыхает в Грузии. Классно, су, хорошо. Ближе к вечерам. Уже закат. Понял ты. Переодеваться не будешь, Аня? Сейчас буду переодеваться. Будешь переодеваться? Я на что выше волосы высушу. Давай, давай, давай. Папин дочь, папин дочь, папин дочь, папин дочь. Подо-бодя-бодя, Аня, под-под, Аня, под-под, Аня. Маленький, Аня, маленький. Забираем эти очки, забираем. Море, друзья, кто скучал море, пишите под видео. Немножко похолодал море, немножко похолодал. Понятно, друзья, здесь. Много народ не знает, дорогие зрители, Коньялта где. И здесь Анталья, пляж Коньялта, самом. Видите, туда мэр Коньялта. Вот Коньялта Белидеси, мэр Коньялта. Уже ближе к вечерам, который народ сразу переодевается. Уже приготовится дома. И здесь встречались знакомых. Короче, муж и жена, они путешествуют. Видите, народ как сидит. Супер, супер. О, путешествовать надо вот таком человеком, внуком. Друзья, выгляжу, короче, не очень такой после моря, но что делать? Переодевались. Видите, ребята? Расскажите, ребята. Вот мама уехала, вот мы сейчас с папой. Да. Аня из пап, папин рядом, который, дорогие зрители, так очень много народ переживает. Почему так дети не отпизди, Елена, с тобой дети, школа есть, куда идет дети? Школа идет, там урок есть, много чего есть, куда идет дети? Дети не сможет. Просто так, она уехала, пусть немножко отдыхают, она. Мы шумные, мы, которые так, она устают, реально устают. Пусть немножко отдыхают, пусть немножко... Сам себя слушают туда. 10 дней, небольшой срок, но что делать? Ее тоже надо видеть, родители увидеть. Ее тоже надо, которые... Вы знаете, что она уже так год один раз уезжает туда. Вот один раз. Я ничего не закрываю ее, короче. Нельзя ехать туда-сюда, ничего. Она так собирается, уезжает. Короче, конкретно надо быть... Хорошо время надо ехать. Если такой сильная работа, конечно, так невозможности нету. Сейчас в данный момент так спокойно, все нормально, можно ездить. Правильно, ребята? Верно. Видите, какая меня. Опа! Видите, какая меня. Вот. Вообще, смотри, какие оранжевые мир. Серьезно? Оранжевые красивые. Это как говорят в розовых очках. Ого! Интересная девочка, а? Серьезно? Красиво. Что делать? Детьми надо по-хорошему. Ты сейчас оранжевый видишь меня? А? Оранжевый человек. А, дай море посмотрю, как это? Очень красиво. Реально, ребята, посмотрим. Ого! Наоборот. Сломается, сломается, вот так.
Это маленький. Серьезно, очень интересно видеть. Покажу. Ребята, смотрите, как выглядит. Аня, ты как выглядишь? Опа, Аня! Опа, Аня! Такой выглядит. Иса. Иса, ты совсем желтый, вот такой выглядишь. Андрей, вообще. О, Аня! Водачки как показываются. По-настоящему, вот так. Отлично, ребята. Говорите пока-пока народа. Увидимся в другое видео, дорогие зрители. Люблю вас. Закат уже произошло. Видите, какая красиво туда. Реально. Море так... Холодно, да, Андрей? Нет. Так нет? Холодно? Нет, не холодно. Холодно, холодно. Море уже так холодно, ребята. Видите, когда ближе к вечерам, никто не купается. Только так молодец. У них огонь другое место. Но... Давайте. Поехали домой. Поехали. Пока. Вот счастливый народ. Как ближе к вечеру, там очень вкусно пахнет здесь, друзья, не представляете. Очень вкусно пахнет, серьезно. Реально. Это уже машину. Жена меня никогда не разрешал. Добрый вечер. Можно снимать вам, да? Можно. Проблем нет. Нет. Как ваши дела? Приятно вас увидеть. Сейчас приду. Это поставляю. Сейчас приду. Очень любим вашу семью. Она уехала. Смотрим, как растут ваши детки чудесные. Спасибо большое. Она собрала свою сумку, говорит, поеду, Юсупчик. Я говорю, пожалуйста. А куда мы, в Москву или в Минск? Москва, Сенежал. У нас туда тоже квартира есть, там что-то перебирать. Да, мы знаем, конечно. Потом там Минске. Вы сами откуда? Мы из Саратова, с Волги. Волги? Да. О, российский. Да. О, хорошо, у вас отлично. У нас хорошо, да. Где вы отдыхаете? Как вам отель? Бабил Хотель. Бабил? Вавилон, да. А, как, доволен? Да, нам все нравится. Нормально? Да, мы раньше отдыхали в таких больших отелях, а потом дети выросли, а нам вдвоем не интересно больших. Нам интереснее гулять по Анталии. Конечно, там, видите, какая красивая, такой. Да что? Отлично, серьезно говорю. Да. Там большой отель мы ездили в прошлой неделе, который особенно такой уже нету интересного ничего. Не знаю, у меня нету такой. Я люблю вот такое отдельное место. Вот мы тоже. Мы любим, чтобы завтрак был, а дальше мы сами по себе. Мы куда-то гулять все время. Отлично. Уходим, уезжаем, уходим, приходим. Переходите, когда гости у нас туда кипец. У нас вкусно готовится. Дешевле и вкусно. Много. Хорошо. Реально говорю. Хорошо вам отдых. Спасибо. Увидимся. Очень рады были вас увидеть. Спасибо большое. Вам спасибо.